Сделали полдела, короче, обошли Палаццо Питти. Сегодня просто невероятно. Я спросила, когда у них бывает вообще, чтобы мало народу было. Они сказали, никогда. Вот, поэтому они говорят, единственный спокойный день – это понедельник, ну, когда все закрыто, понимаете? Поэтому у меня получается сегодня, что я только за весь день смогла сделать Палаццо Питти. Сейчас мы идем в Жардины. Короче, я вообще никакая, у меня спина просто... Сейчас мне нужно уберить вот это. Короче, в общем, ребятушки, давайте я перевожу и идем. И показываем сразу нашу ненормальную арку, да? Наш ненормальный туннель. Так, сейчас я сюда встану. Во-первых, посмотрите, какая лестница, вот этот Жардин вообще абсолютно неудобная. Посмотрите, да? Посмотрите, ой, как можно здесь хорошо снимать. И вот посмотрите стены, да? Как вот опять же вот у ракушки, да? Посмотрите, какая опять неправильная арка, да, посмотрите? Да? Неправильная арка, да? Вот. Смотрите, да? Невероятно, невероятно, да? Видите? Невероятно. Вот. Ну что, идем. И вот люди, видите, чапают. Совсем не, абсолютно неудобно идти. У нас какая-то торчит фигня. Тут сразу боковая арка, да, видите, ну просто это вообще, вот это перспектива, это просто там браманты. Конечно, обкакался, когда я это увидел. Решил сразу в церкви сделать, да, хотя это браманты, это еще раньше у нас там, 1300 каком-то вон там. Посмотрите, да? Просто. Так, тогда сейчас меня пока никто не позвонил, и поэтому я хорошо сниму весь, все, Жардин. Вот. Время у меня еще есть. Кушать я не буду покупать. Наши эти. Вот. Наши чугунные решетки, да? Но это просто невероятная арка. Невероятная. Посмотрите. Это фонтан с жижей, ребята. Это просто вообще. Посмотрите, что это. Ну, тогда можно будет. Потом, наверное. Это вообще одни наросты, да? Просто. Ладно, хотела спросить, можно ли потом будет посетить его, да? Это невероятное зрелище. Посмотрите, какие наши трешки. Но я думаю, что можно. Просто неровное все, но у нас опять дождь пошел, ребятушки. Ну что делать? Придется страдать. Вот. Чапаешь, конечно, тут. Дождь вообще просто. Ну что делать? Тогда тоже дождь меня мучил. Что такое, да? Как иду в Жардины в эти, так сразу дожди. Тут что там откапывают? Интересно, что откапывают? Вот. Посмотрите, как он все с листиками, да, видите? Смотрите, колонны вот эти вот вообще невероятные. Ну пойдем. Вот посмотрите, да, туннели? Посмотрите, это вообще. Поглядите, как идет туннель, да? Это просто, это что-то повернуто. Нет, я не думаю, Кира сказала, предположила, что они были ровно построены, потом повернуты. Нет, они сразу заворачивались вот так вот. Это заворот. Как ракушка-то заворачивается? В ракушке вот у коралловой-то. Блин, это такой дождь. У нее же тоже все сразу заворачивается. Ой, блин. Ой, не вижу часа выйти. А, так это, скорее всего, вот это то, что... Помните, я гуляла? Парк-то. По-моему, это то, что я в тот раз гуляла. Вот. Помните, поднималась я там наверх? Нет, посмотрите, какая огромная ванна стоит, да? Сейчас мы подойдем к ней. Такая стена, да? А вот к этой и нельзя подойти, к этому фонтану, да? Вот.
Так, а уши-то там. Я что, не смогу снять вот этот грот? Ничего не поняла. Смотрите, какая прелесть, да? Все, не поняла. Пропади, пропади. Мало тут труб, да, кстати? Посмотрите, какие, да, арочки. Смотрите, сбоку наросты, да, у этих ниш. А сколько домов, да, растет? Просто немерено. Закладка такая, да? Ванна тут, кстати, да, тоже, кстати. То есть что? Чего ж не назвали вот это ванной комнатой? Летней. Летней ванной комнатой, да? У нас колодцы. Посмотрите, сколько, да, рачек тут. Вот сейчас хочу вам показать на выросты найти. Посмотрите, сейчас покажу. Дома, да, вообще, посмотрите, как вот друг из друга. Нормальный человек не стал бы это вот так делать, извращаться вот так вот. Ну, какие-то вот люди, которые мне пишут про каких-то архитекторов, которых они знают, которые вот так вот мог бы сделать. Ну, лаком. Если они знают таких архитекторов. Ну что, пошли туда. Сходим наверх, что там такое? Ванна просто. Это вообще, да? Ребятушки, ванна. И посмотрите, вот образование кольца, видите? Оно не образовалось, видите? А по идее в процессе, да? Видите? И это, видите, мол, египетская стела. С египетскими символами. Так, ну это я потом сниму, сделаю короткое видео. Это ванна с необразованными этими кольцами. Видите, видите, пытались понять, что там пустое. Но обломались. Это гранит. Ну вот тут дофига их. Трубы роста, да? Да. Тут смотреть, не пересмотреть мне еще. Тут снимать, не переснимать. Да еще и на этих, на чебурашках, на черепашках, да? Хорошо, что я взяла билет на 17:25, блин, ребятушки. Потому что я только-только вышла с палаца пить. Это вообще невероятно. Но я уже примерно знаю, сколько в одном этом мне снимать. Это вот уж... Попробуйте только сказать, что я галопом по Европам там. Извините меня. То есть я жертвую только, чтобы одно хорошо снять. Чем я могла бы там гулять везде, там и потихонечку снимать. Это, кстати, все кирпичное на стены, вибрационные причем, да? Вот, видите, у нас тут мол, перевернутая летающая тарелка, кстати, да? Вот, это как они говорят, что, ну, вот же и в Риме дофига, вот стел, да? Вот, видите, здесь образовалось, кстати, да? Видите? Здесь образовалось, видите? Вот удивительно. Ручки для ванны. Вот такая ванна огромная. Что здесь стоит, да? Скажите. Ну что, сходим.
еще у нас одна точка будет поставлена в том, что и к тому же столько подтверждений того, что это подтверждение того, что все само растет, само развивается. Так, сейчас просто вот такой удобный жердин, это вообще, я сейчас уже, у меня уже ноги болят, блин. Сейчас еще резкий подъем, вот наши это колодцы, да, эти еще как-то загибаются, кстати. Там тоже он. Ух, какой хорошенький подъемчик, сейчас медичи просто кувыркались. Блин, посмотрите, посмотрите, какой, да? С нашей вот решеточкой. Которая там чуть ли не разлагается. Вот как вот в эти дырочки могли вставлять, да? Она еще и наклоненная, да? Или наклоненная. Нет, наклоненная. Да, по-моему, я была здесь. Тут вообще, кстати, Прометей, да, с Прометей, инженеры с Прометея. Блин. Матри. Потому что банули, это, по-моему, тогда, когда я тут ходила. Потому что он же по одной и той же это находится, вот это Палаццо Пити. Вот помните, когда летом ходили мы, тоже наверх поднимались в жару. Вот это, по-моему, один и тот же парк, как бы, получается. Какой странный, да, тоже, видите, разлинованный, да? Интересно. И тоже все время по диагонали. Как будто как махровый такой. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, как торчит, да? Тоже труборост или что? С чугунной этой. Видите? Что-то уходит под землю. И стена, видите, торчит. Кирпичная. Тут опять наши труборосты. Вот. Тут тоже кирпич едет. Смотрите. Смотрите, смотрите, сколько труб просто, да, видно. Да, купила билет и, к сожалению, его пра. Нельзя материться, блин, дети, убегайте, блин. Но билет я проебала, короче. Опять кольца наши, видите? Какой-то в Уфице какой-то. Я пойду посмотрю, куда я просрала билет. Но так как видите, вот я могу жертвовать своей темой. Как бы на благо своей темы. Ребята, вы сейчас упадете. Я просто, кстати, и абсолютно не сомневаюсь. Я абсолютно не сомневаюсь. Вы знаете, что к чему мы подходим. Абсолютно. Не сомневаюсь. Это просто как бы это наш апичи. Посмотрите, во-первых, какой вибрационный круг, да? Какой вибрационный круг. И вот посмотрите, она здесь наша красавица. Наконец-таки, да? Ой. Кто бы сомневался, да? Кто бы сомневался, что она будет тут? То есть она всегда наверху, бедушки. Ну или внизу, да? Внизу. То есть она делает рамки, да? Всего. Видите, какие вибрационные стены вокруг, да? Там дальше еще. И там еще один будет. Ну, сейчас мы сходим. Сейчас мы туда сходим, ребятушки. Но, естественно, красавица наша девочка тут, по-моему, вообще глубоко даже. Она глубоко, не буду рисковать, отпускать сильно. Ну, в общем, ребятушки, вот такие пирожки.
Сейчас я сделаю короткое видео, чтобы вы поняли, что мы нашли. И вот видите, как она интересна прямо напротив, да, нее. Вот она. Она. Еще дальше там линия идет, да. И. То есть как Ренджи де Казерта, да? И там внутри, внизу у нас Палаццо Питти, причем это Медичи дают. То есть это никак Савоя не могут дать. Савоя хотя бы дают 1700, это нужно все равно 1500. То, что как бы Медичи-то у нас в 1500 были, понимаете? Вот. Короче, ребятушки. И, естественно, там, посмотрите, самая главная статуя. Это ей. Ну, мы сейчас туда пойдем. Пока-пока.